Так, ну что, в правом углу Юпитер со спутниками нижним, а в левом верхнем углу Сатурн с кольцами. Видно кольца? 6 декабря 2020 год, Харьков. Наверное, все же чуть уменьшить. Ну, вижу. В окуляре вижу все 4 спутники Юпитера. Слева Ганимед самый яркий. Да, 1,5 угловых градуса. Сейчас между нашими красавцами 21 числа будет 5-я часть диаметра Луны. На погоду не надеюсь, поэтому снимаю пока ясно. Ну что, я в принципе рад и счастлив. Снял в одном кадре с увеличением, достаточным для того, чтобы увидеть кольца Сатурна и спутники Юпитера. Так, 16:19 по Киеву, Харькове. Видно еще закат, недавно завершившийся. Что, пошли поконкретнее, пообщаемся поплотнее с каждым из наших героев торжества, виновников торжества. Куда ты сбежала, невеста моя? В смысле, Юпитер наш. Так, и вот у нас в кадре первый спутник внизу Европа, второй спутник, спутник Ио, исполняющий обязанности, видимо. Дальше идет Юпитер в первом дубле, это третий уже дубль. В первом дубле настройки светочувствительности другие. Полосы там я разглядел. Не знаю, как у вас получится. А дальше у нас за Юпитером Каллисто совсем рядышком и в дальнем верхнем углу Ганимед. Попробую резкость изменить назло всем. Ну, в общем, наверное, так. Очень холодно, небо чистое, но явно дымка. То ли смог харьковский город все-таки 1,5-миллионный. Ну вот, пожалуйста, тебе Сатурн, Юпитер. Во всей красе. Да, это то, чего я хотел добиться 21-го, увидеть в одном кадре кольца Сатурна и спутники Юпитера. Но получается, что уже сейчас, 6 декабря, кстати, с Днем Вооруженных Сил Украины, сегодняшним. Это такой подарок мне к праздничку, да? Красота. Увидел и спутники Юпитера,
и кольца Сатурна в одном кадре. Сейчас на Марс глянем. Никакой жизни на Марсе нет. Никакая жизнь, вся на Земле. Что так и хочется сказать? Аллилуйя! Был бы я верующий, так бы и сказал. Хотя ничего не мешает это сделать и так. Убежал. Сатурн, ты нам нужен. Спрятался я в первом дубле, уже говорил. Совершеннейшей какой-то строительной яме от ветра. Но насколько смог, конечно, полностью не получается. Ну, кольца видно, Сатурн. Чего нам еще желать? Пошли глянем на Марс. И, наверное, будем уже отправляться по домам. Пока фотоаппарат не околел вместе со мной на этих морозах. До Марса 100 миллионов километров, до Юпитера 866 миллионов километров, а до Сатурна 1 600 миллиардов. Как я во втором дубле говорил, фазу видно. Но это все. А здесь, наверное, таких настройках и фазы не видно. Не видно. Видно, что слева затемнен. Ну, то есть не освещен солнцем, вернее, не затемнен, а не освещен солнцем Марс. Ладушки.